Депутаты окружного совета от «Единой России» провели акцию «Медицинский десант». В ее рамках партийцы организовали прием в женской консультации для жен мобилизованных жителей муниципалитета. Также в Одинцове продолжает работать Центр поддержки семей мобилизованных граждан. Он располагается по адресу Можайское шоссе, дом 71. Самыми частыми вопросами, с которыми обращаются заявители, становятся юридические консультации, устройство детей в сад и школу, оформление бесплатного питания, вопросы выплат и соцзащиты.